Видео подготовлено каналом Уроки ТВ. Давайте выполним упражнение 19 на странице 12 учебника по русскому языку для первого класса, автор Климановой. Прочитайте текст Льва Толстого. Текст называется «Кто лучше всех?». В толпе на улице заблудилось дитя. Бегает, кричит, ищет мать. Народ спрашивает у ребенка: «Какая же твоя мама, деточка?». А дитя сквозь слезы отвечает: «Разве вы не знаете? Моя мама та, что лучше всех». Кого искал ребенок? Ребенок искал свою мать. Напишите ответ на вопрос: кто лучше всех? Моя мама та, что лучше всех. Постарайся написать это предложение так, чтобы оно понравилось твоей маме. Ну, нужно это предложение записать правильно, поэтому первое слово предложения будем писать заглавные буквы. Лучше всех на раздельно свете тире моя любимая мама. В конце предложения мы поставим точку. Если вам понравилось видео, смотрите остальные видеорешения на нашем канале. Если у вас есть вопросы или предложения, оставляйте свои комментарии под